Давайте запустим обучение, посмотрим, что получится. Вот проходит по 100 эпох, мы получаем некоторое новое значение accuracy. Кажется, что оно растет, правда, иногда оно осциллирует в некоторых значениях. Начиная с 0.35 и дальше увеличивается. Посмотрим, какое он достигнет. Нам не обязательно ждать, пока обучение закончится. Мы, в принципе, можем в любой момент его остановить руками, если мы чувствуем, что нейросеть уже сошлась и значения не изменяются. Ну вот давайте где-то здесь сделаем kernel interrupt и остановимся на accuracy где-то 0.81. Попробуем визуализировать наш результат. На этом графике точками обозначен трейновый датасет, то есть те точки, на которых обучалась наша нейронная сеть, а заполненными областями то, как бы нейросеть отклассифицировала точки, ну, в соответствующих значениях. И мы видим, что нейросеть довольно неплохо справляется с тем, чтобы отделять точки разных классов.